Вчера президент выступил с обращением ко всем нам. Он анонсировал широкий перечень мер, направленных на ограничение распространения эпидемии. В основном эти меры ограничительные, но необходимые. Эти меры направлены на поддержку различных категорий населения и различных организаций. В Чувашии мы ситуацию контролируем. Все органы власти и учреждения работают в режиме повышенной готовности. Вместе с тем нам необходимо предпринять дополнительные меры. В связи с этим убедительно прошу жителей старше 60 лет не покидать свои дома без острой необходимости. Нами создан волонтерский центр, сотрудники которого вам доставят продукты и необходимые товары на дом. Настоятельно рекомендуем приостановить работу организаций с массовым пребыванием людей. Кинотеатры, ночные клубы, оздоровительные и культурные центры. Уверен, что вместе мы пройдем этот сложный период.